Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильные игры и сегодня мы с вами снова играем на One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также, разумеется, не забывайте играть вместе со мной на первом серваке One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Игра доступна как для iOS, так и для Android устройств. После этого нажимаете на вот такие сверху три палочки, далее на промокод, и в этом окне вводите очень простой промокодик Донни, как это сейчас делаю я. Потом получить, и сразу после этого, ребята, вы получаете классные плюшки для старта игры на One State, а именно, ребята, 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Поэтому скачивайте игру и, разумеется, играйте вместе со мной на первом серваке. Итак, ребят, сегодня я бы хотел прокачать свою тачку, но не Бугатти, как я это делал буквально в прошлом видосе. А сегодня я бы хотел, ребят, прокачать свою BMW M5 F90, потому что, как вы знаете, у меня есть BMW M5, и она до сих пор все еще не полностью прокачана. Поэтому прямо сейчас, ребят, я спавню BMW M5. Где она? Вот, ребята, BMW M5 я пока спавню, и я ее хочу сегодня прокачать. И чтобы, ребят, это было максимально просто сделать, я выполню ряд операций, которые должен делать каждый игрок на One State, чтобы максимально быстро поднять свой аккаунт. Итак, мы нажимаем на магазин и сначала открываем бесплатный кейс. Я сегодня уже играл на One State, поэтому я уже открыл два бесплатных кейса с прокачкой. Я открываю бесплатный еще один кейс, и мне выпадает, получается, что сцепление. Неплохо. А топ-кейс я уже открыл. Также я открыл просто кейс, который бесплатно дается. Через 9 часов опять-таки можно будет его открыть. Далее мы заходим в бизнес, и я выдаю наш работникам задание, точнее забираю прибыль и выдаю им задание. Я потихонечку поднимаю левел, у меня уже 8 левел моей организации, еще буквально 3 левела, я смогу давать работу 3 своим как бы работникам, чтобы они работали и зарабатывали деньги. Это, ребят, на самом деле намного лучше и круче, потому что больше будет заработок, разумеется. Итак, в принципе, также я уже задания повыполнял какие-то здесь сегодня. Теперь, ребята, мы заходим с вами в раздел, который называется гараж. Итак, здесь есть детали, которые можно объединить и прокачать до следующего уровня. Итак, захожу в раздел топ деталей. Итак, я хотел бы сегодня, разумеется, прокачать свою М5. Называется она здесь Бомбер B90. Называются здесь машины именно так, потому что если называть их оригинальными марками, то App Store просто заблокирует игру, так же как и Google Play. Так, я пока, ребят, прокачиваю деталь для Бугатти. Тут у меня какая-то деталь одна подходит для улучшения. Я это сделал пока. Давайте посмотрим, какие детали можно было бы еще улучшить. Так, это у нас все здесь понятненько. Так, резина. Вот, давайте я пока сделаю это, по идее, коробка, ребят. Улучшаю коробку для BMW. Да, это мы сейчас тоже сделали, хорошо. Если вкратце, то пока я прокачал лишь две детали. Ну, на самом деле, можно еще, ребят, кое-как заработать. Заходим в металлолом, и я вот, честно говоря, эко-детали вообще не использую, потому что, как бы, они, по идее, дешевенькие. Поэтому я их закидываю в переработку на металл. Закидываем все, что есть, и перерабатываем, ребята, и зарабатываем еще денежки. Потому что детали вот эти вот эко, они вообще, ну, лично мне они как бы не нужны, потому что я их не ставлю на машины, ибо это эконом, как бы, детали. А с них можно реально, ребят, классно заработать. То есть, смотрите, я вкидываю детали и зарабатываю деньги за переработку. И это очень круто. Закидываю еще и зарабатываю 350 тысяч, ребят. Это очень круто, реально. Так, далее давайте мы вот что сделаем. Посмотрим, возможно, я могу еще пооткрывать парочку кейсов прокачки. А кейсы прокачки... А, на скидка закончилась, к сожалению. Давайте, я думаю, что открою 10 плюс 1 средний топ-кейс за 700 тысяч получается. И упадает мне куча различных деталей, но ничего прям такого интересного мне в итоге не выпало. Заходим в гараж и опять-таки в топ-кейсы. Давайте мы объединим то, что можно объединить. Серые детали нам выпали, поэтому можно их прокачать до зеленого уровня. Турбо тоже мы закидываем, прокачиваем до нового уровня. Что еще можно сделать? Сцепление мы также прокачиваем. Что еще можно здесь прокачать? Опять-таки зеленое сцепление мы вкачиваем до синего сцепления. Тоже пойдет на самом деле. Зеленое турбо еще можно вкачать до синего уровня, тоже мы это делаем.
И также мы выполнили еще какое-то задание, ребят, а именно выполнили, мы их много выполнили, мы заработали, мы потратили деньги, во-первых, да, разумеется, поэтому зарабатываем свой опыт. Потом мы открыли кейсы для прокачки, забрали 10 тысяч долларов, ребят. Также мы открыли 7 кейсов, забрали 15 тысяч и заработали деньги за переработку и заработали опыт. И далее мы забираем свои призы, то есть 4 тысячи кэшбэк, можно сказать, и еще 7 тысяч за кэшбэк. Я еще поднял себе уровень до 10-го. Итак, тачку мы малёха вкачали благодаря этому всему. И давайте мы сейчас замерим нашу BMW M5 F90. Посмотрим, насколько лучше она стала ехать. Но, честно, ребята говоря, тачка, конечно, внешне очень крутая, как по мне. То есть, вот именно бэха эта вот M5. Я понимаю, что, конечно, они, One State, да, делают тачки похожие на реальные. Но вот эта, ребят, тачка просто идеальная, как по мне. Смотрится максимально круто. Поэтому за это, ребят, можно и лайк поставить разработчикам. Так, газ пол прожимаем. Замеряем пока максимальную скорость у этой BMW. Так, 220, 230, 240, 250. Идем. 264 максимальная скорость у BMW. Да, конечно, Bugatti быстрее, ребят, но Bugatti как бы золотого уровня, а это, по идее... А нет, Bugatti красного даже уровня. А BMW, по идее, синего или же какого там уровня, даже не помню. То есть даже не золотого, ребят, поэтому где там получается эвакуация? Да, она реально не красного, не золотого, а лишь фиолетового уровня, ребят. Но тачка валит вполне себе неплохо. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. И также промокодик Дони вводите и зарабатывайте бонусы за промокоды. И также выполняйте действия, которые делаю я регулярно, и на халяву поднимайте себе деньги для покупки крутых тачек, кейсов прокачки и так далее. Всем удачи и всем пока-пока!